Жители югорских городов смогут принять участие в новой викторине проекта «Многовековая Югра». Желающим предстоит ответить на 10 вопросов о родном крае и своем городе. Призов в этот раз тоже будет много. От бытовой техники до автомобилей. Тему продолжит София Исаак. В преддверии новой викторины города Югры у покачевцев узнали, насколько хорошо они знают историю своего края. На вопросы смогли ответить все желающие. В список вошли не только основные даты, но и исторические справки о земле и народах, которые жили здесь много лет назад. Неподалеку от Покачей находится городище, которое признано одним из самых древних укреплений. То есть вот это вот я впервые вообще читаю, вижу. И названия вот именно, наверное, коренные, ну то есть относящиеся к коренным народам. Да, очень полезно. Заставляет задуматься и изучить историю города еще раз. Яна Устимова и Зинаида Чеснова тоже готовятся к тестированию, к экзамену по правилам дорожного движения. На первом этапе краеведческой викторины Зинаида Чеснова выиграла автомобиль и решила его подарить внучке. Девушка сразу отправилась учиться на права. Вот она, моя девочка, моя ласточка. Сейчас я могу только в ней посидеть, но вскоре, я надеюсь, получу права. Осталось только лишь ждать экзамены. И в скором времени буду рассекать по Лангепасу и по Нижневартовску. По всей Югре таких счастливчиков, кто неожиданно выиграл автомобиль, несколько десятков человек. Розыгрыш призов проходил в прямом эфире. Помимо машин, дарили еще и квартиры. Организаторы викторины города Югры квартиры не обещают, однако призов будет немало. Разыгрывают 22 автомобиля, 15 снегоходов, 22 скутера, 64 телевизора, 256 планшетов, 129 десятых айфонов и много мелкой бытовой техники. Список еще пополняется. Организаторы уверены, интерес югорчан к викторине будет не меньше, чем в первый раз. Вопросы, конечно же, интересные. И, как вы видите, каждая викторина будет предназначена для конкретного города. У меня, например, в руках анкета города Лангепаса. О чем мы спросим жителей города? Ну, например, о том, на пересечении каких улиц будущего города был забит первый колышек. В 15 городах Югры будет проходить викторина. Уже 20 августа анкеты будут размещены на сайте открытого региона. Организаторы обещают, интеллектуальный конкурс будет беспроигрышным. Небольшой приз получит каждый, кто принесет анкету в пункты приема, которые будут расположены в непосредственной близости к избирательным участкам 9 сентября. А пока у югорчан еще есть время пополнить знания о родном крае. София Исаак, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телерадиокомпании «Ракурс» и «Лангепас».